Очередной случай массовой гибели рыбы зафиксирован в Атырауской области. На этот раз в одном из прудов в Махамбетском районе всплыли мертвые лещи, черноглазки и сазаны. По предварительным подсчетам, погибло около тонны рыбы. На жаре тушки быстро разлагаются, распространяя по округе невыносимый запах. Причину мора еще не выяснили. Пока есть только догадки, согласно которым обитатели водоема погибли из-за нехватки кислорода. Пробы воды и воздуха специалисты отправили на исследование. Районные власти приступили к расчистке загрязненной территории. А природоохранная прокуратура начала на месте ЧП проверку. Ее цель – выяснить, кому принадлежит пруд, и подсчитать сумму ущерба.